Я могу слушать это соло бесконечно просто. Я просто иногда к Лёхе в гости прихожу, говорю: Лёха, сыграй мне это соло, пожалуйста. Ну как соло, вот это вот рифчик. Есть красивая легенда, что когда-то до глобализации и раздела сфер, если точнее, то в 79-м Бог Марли был в СССР. В составе майской делегации за год до московской олимпиады представлялся членом спортивной федерации, и ему всегда и везде были рады. Он запросто общался с советским народом и даже посетил передовой колхоз. Есть фотоподделки, что он мимоходом на родину особый сорт сена увез. Но я бы об этом не распространился, если бы не таил одну мечту. Вот Марли, кажется, влюбился, кричали даже грузчики в порту. Боб Марли, я твой внебрачный сын, я здесь на востоке дальнем у тихоокеанской полосы. Боб Марли, я твой внебрачный внук. Слышишь ритмы майки? Это моего сердца стук. А может быть, все было намного раньше. Боб Марли отдыхал в лагере орленок. Он был пионером, а что в этом такого? Пионеры любят барабан с пеленок. И по другой легенде в него влюбилась пионер-вожатая русская красавица. И то, что у них там тогда получилось, кого-то из нас непосредственно касается. Эй, помоги, я твой небрачный сын, я здесь на востоке дальнем у тихоокеанской полосы. Я твой небрачный внук. Слышишь ритмы майки? Это моего сердца стук. Слышишь ритмы в майке? Это моего сердца стук. Эй, о,